Привет, зритель. Благодаря шаурме. Ник такой. Я словила волшебный пендаль, потому что сегодня 3 с лишним часа, протрепавшись по телеге со своим приятелем, перерывами на всякое такое, мне словилась такая лень, и я поняла, что ой, уже почти 7 вечера, какой ролик, какой монтаж, чего, ла-ла-ла-ла. И как-то это. А потом человек сказал, что уже пару дней как ждет этот ролик. И я вообще вспомнила, что в пятницу еще хотела его написать, а сегодня суббота. И может быть в четверг я его хотела написать, я честно уже не помню. Ну, короче говоря, я так оперативненько, пока у меня грелся супчик, сейчас я его покрыла крышечкой. И он ждет, когда я доделаю это все, и потом уже похаваю. Сначала думаю похавать, а потом думаю, нет, надо сначала сделать. Делаю время, а еде час. Короче, это, сейчас это у нас обзоры моих фаворитов на весну. Как бы уже 1/3 весны почти прошла. Ну, вот что-то я только недавно сподобилась. Я люблю ходить вот в этом вот. Почти весь март в этом шастала. На самом деле не весь, там еще были другие теплые штанишки, но они были все-таки более зимние. И вообще только сейчас про них вспомнила, но сейчас в них уже тепло ходить, в смысле жарко. Короче, тут вот это все на кровати навалено. Несколько верхних одеждок и несколько неверхних одеждок. Может быть, там еще что-то есть, но я поняла, что есть пара вещей, пара-пар вещей, в которые я потом влезу и буду очень долго в них шастать. Короче, это футболочка. Подарок от подписчицы. Тут вон этот ремешок, когда-то я его покупала. Тут вон джинсики, они мне как бы довольно широкие, но благодаря ремешку они на мне еще могут жить. Тут белые носочки, тапочки, то все, но не суть важно. Короче, куртяшка, она у меня высохла. Но вчера я что-то вымокла и уже не осилила ничего писать. Куртяшка вкусно пахнет, хотя этот дурацкий капсульный порошок, ну в такой штучке, он так вонял, когда она стиралась, я думала, я не доживу нафиг до конца этой стирки. У нее есть пояс, но я его не нацепляю, потому что как-то это. И у нее такие кнопки, которые сейчас бы сообразить правильно застегнуть. Моя камера будет зеркалом. Правда, я ни хрена не увижу, потому что я даже не с телефона управляю, телефон у меня там где-то на кухне. На твой суд, зритель, выставляюсь, как обычно. Из-за того, что тут ремень, я его вроде как не на джинсы одеваю, здесь вот узковато малость. Ой. И как бы ремень-то, ну он сползает с меня, поэтому он вроде как на бедрах, хотя должен быть на талии, но у меня так ремень очень далеко не затянется, чтобы оно было. Кармашки я тогда застегнула, когда стирала. Вообще стирала я ее в специальном таком дырявчатом пакетике специальном для таких стирок. И руки в карманы лучше не сувать, как говорит моя родня, но не люблю сувать руки в карманы. Может, оно, конечно, не для джинсов, но я вообще не помню, как я ее носила. В прошлом году ее покупала за 800 чем-то рублей на Вайлдберрис. С Вайлдберрис до сих пор к урагам я так еще и не пришла. Но я жду, и новое ничего не заказываю, потому что как-то деморно немного. Вот, куртяшка. Как бы у меня есть еще одна водолазочка любимая, но что-то я вот заметила, что я даже сегодня, когда вроде как холодно, я думала, что будет холодно, хоть светило солнышко, но солнышко было фейковое, но ни хрена не горело. Я поперлась в футболочке, в джинсиках, и вот в этом пальтишке. А еще с шарфиком. И замерзла, как собака. У меня есть очень клевый шарфик, немножко дырявенький где-то, потому что как-то что-то он зацепился за эту, за змеечку. А, тут даже прилично как-то дырявенько. И пришлось это аккуратненько обстричь ножницами, но Лёля по-другому не могла. Был точно такой же серый шарфик, но я его подарила одному карельскому панку, когда еще, ну... Меня окружала неправильная реальность, и я думала, что все, кто со мной общаются, они общаются, потому что им нравится со мной общаться, а не потому что я могу что-то им задарить просто так. Или меня можно на что-то развести. Короче, у меня тут есть 3 платочка. Я как-нибудь сделаю обзор, как раньше делала. Меня еще 2 года назад об этом просили. Тут платок сопливый, он как бы добавляет немножко объема, не того. Но его... Если в джинсы засунуть, то еще больше объема. Вот можно как-то его сложить, наверное, аккуратно. Тогда оно не будет добавлять особо сильного объема.
Короче, я как-нибудь запишу обзор платочков и шарфиков. Ну, платочков, в смысле, не соплимых, а вот этих, которые на шею собачьи, навешиваются. Это пальтишко, ему 300 лет, у него был капюшон, но капюшон уже не есть. Я сейчас шла вот так вот, но у меня на голове еще шапочка была. Сейчас я покажу, как я шла. Еще были резиновые на ногах. Я их отдельно покажу, я их помыла. Они как бы мокренькие. Вот так я шла. Я еще и забыла перчаточки к тому же, потому что они у меня оказались в рюкзаке, а я думала, они у меня в сумочке, которая вот анимешная такая от Наташи, та, которая задавила футболочку, которая сейчас на мне. Я вообще не помню, когда и где я покупала это пальтишко, но это Lightingsbox, по-моему, тут были такие фигнюшки, но одна очень быстро отворилась пуговица, потом они вот так болтались, а потом я их срезала аккуратно. В общем, хорошее. В свое время его забраковала, чуть было не вытянула, а потом мне стало жалко, я решила в нем выкидывать мусор. А однажды ближняя родственница пришла, увидела это пальтишко, и какое хорошее пальтишко. Я решила, что не только мусор мой можно выкидывать по вечерам, можно и так. На монтаже потом гляну, как это выглядит сзади. Он более теплый, он такой типа хлопок. Это Green Mama когда-то давала в подарок за заказ шарфики. Это у меня есть два подарочных шарфика с Lightingsbox. Что-то я заказывала, они потом в довесок выдавали что-то на выбор, ну типа в подарок. Я тогда что-то таких шарфиков навыбирала дофига. Вот оранжевые шарфики, зелененький шарфик, он тоже сейчас будет. А еще есть шарфик со смайликами. Я его что-то давно не доставала, этот шарфик со смайликами лежит там, в шкафу, и потом он будет на обзоре шарфиков. Если меня попинать, то, может быть, этот обзор случится чуть пораньше, чем я когда-нибудь до него доберусь. Вот так я тут недавно ходила. Так, сейчас достану. Этот, мне кажется, чуть более легкий. В сравнении с оранжевым, хотя они, по-моему, из одинакового материала, но тоже шипон, но этот более такой гладенький, а этот более такой мягонький. И за счет того, что он более такой мягонький, кажется, что он тоненький. Еще более тоненький, чем тот. Ну, уж не знаю, как на самом деле. Без зеркала-то одеваться как-то не то, не сё, но уж спонтанный же, еще бы я тут 300 лет собиралась этот обзор писать. А так хоть запишу с этим шарфиком. Сейчас будет маленький перерыв, потому что мне надо переодеться. А я не готова к стриптизу. К тому же я без лифака. Так вот, зрители, я сейчас, когда переодевалась, поняла, что я забыла, что пальтишко-то надо примерить еще вот это. Вместе с джинсами, не знаю сейчас, как оно будет с этим прикидом. Ну, короче, я тут как-то выпиралась все в шапочке весенней. В зимнем шарфике и в этом пальтишке. Оно тут в кадре должно быть видно. В общем, вот этот спортивный костюм от Наташи, который задарила на прошлое день рождения, на этот день рождения ту красивую сумочку. Ну, тот обзор с одеждой, который был как-то уже, где была вот эта маечка с котиком. Вот, я в него влезу, чую. Я не вылезу, на велике это удобно ездить. Хотя можно сейчас одеть пальто. Ой. Как оно вот. Тут рукава потолще малость. Заодно узнаю, узко рукам будет или не узко. Узко. Короче. Сейчас я переоденусь обратно в футболочку, хотя бы это самое. Вот это сниму, а то одену. И тут я понимаю, что руки девать некуда. Короче, я думаю, что может даже вот так нормально ходить вот эти. Они, правда, теплые штаны-то эти, а она-то легкая. Но на пальто она влезет. Так-то я ходила в джинсах и поверх вот это пальто. У него вот так вот можно сделать. Как бы шея закрыта. Но у меня проблема века. Я боюсь простужать шею. Я летом иногда могу в легком шарфике проехаться, если сильно ветер, потому что, ну, мало ли, что. У меня как-то было, что я с левой стороны простудила.
Это модель такая странная, самопальная, ну, в смысле, это на заказ сшитая, тут как-то непонятно сделанная, не знаю, зачем вот это сделано. Но человек, который шил, уже как бы отдал богам душу, не спросить. В принципе, это пальто, наверное, и со спортивными штанами нормально будет. Сейчас я покажу, как оно у меня было. Я как-то попёрлась, я думаю, что бы этот, ну, как бы... Можно же, наверное, шарфик зимний поверх не очень зимнего одеть. Например, того, будто бы это зимнее. Это тоже, кстати, можно сказать, подарок от подписчицы. Был какой-то донат с намеком на то, чтобы я купила шапочку и шарфик. Я купила шапочку и шарфик в прошлом году. И так и делала. У меня тут есть платочек желтенький. Я поняла сейчас, что я, ну, когда просматривала, как там влезла я в кадр или нет, на первые два кусочка видео, что я не подхожу вблизи, не показываю, не приближаю, не отдаляю, потому что не управляю с телефона, но и так как-то к камере не подхожу. Так что, возможно, кто-то снова будет беспокоиться, что ему плохо видно. Ну, если кому-то будет все-таки плохо видно, то это, извиняйте. Я помню, что мне кто-то писал в комментах, что надо не его так снимать, а вот так. Ну, как бы это видео на YouTube, это не шортс. И я не знаю, как камеру так повернуть, чтобы снимать вот так. Ну, я лезть не смогу. Вот так, встать могу. Ну, когда-нибудь я наберусь опыта и буду делать так, чтобы удовлетворить одновременно все потребности тех, кто любит смотреть обзоры шмоточек. Я сейчас, наверное, даже за резиками схожу, но они такие не совсем резики. Так как у нас все еще никак не стоит с них местами, то в кроссовках не походишь, ножки могут промокнуть. Есть у меня сапожки такие, осенние, весенние, высокие такие. Их тоже не походишь, они промокают, ножки могут промокнуть, потому что мало ли куда вступишь. Да и скользко там, потому что местами у нас еще лед. Вот. Вот примерно в таком же прикиде, только в джинсах я выползала. А потом примерно в таком же прикиде, только в теплых синих штанах выползала. По-моему, я теплые синие штаны показывала на каком-то обзоре одежды. Но сейчас я их уже не одеваю, потому что они слишком теплые. Блин, я так есть начинаю хотеть, зритель. Сейчас я буду закругляться. Ты знаешь про слово закругляться, зритель? Про смысл слова закругляться? Я вот благодаря этой лампе, я вижу тень на стене. Фух. Нахма, тая Лёля. Короче, или вот так вот можно, когда вот, ну, уже не так жарко, в смысле холодно. Правда, если шапку снимать, то и надо на ноги что-то иное, потому что когда... Я такой странный организм у меня. Когда ногам тепло, даже слишком тепло, мне становится хреново. Когда ногам холодно, ну как бы хреново не становится, просто холодно. Ну и как обычно жду ваших комментариев, люди, каких угодно. В силу того, что вы сами способны выдать, в смысле и нормальных, и такие вот это. Зыбные. Может и жирная, а может и нет. Со стороны-то виднее, наверное, да? К тому же я в этот раз с телефона не управляла и не могла видеть саму себя, как я там выгляжу. Всем спасибо за просмотр и пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!